22 марта 24 года. Мы тут вышли прогуляться. Я бы сказала, что даже прохладно на улице. Рекс, там кот сидит. Смотри. Вон он. Мы только оттуда отошли, кот уже появился. Эй, котейка, ты уже успел с дуба спуститься, да? Рекс, как у него так получается? Черныш, ты у нас суперскоростной. Тебя ж только что здесь не было. Мяу. Ты с нами пойдешь погулять, да? Ну, пойдем. Пойдем. Веди нас. Покажи нам горизонты. Что тут у нас происходит? Ух, какое небо. Там какой-то просвет. Вон там тучи. Вообще такой холод, как будто снег должен пойти. Но не особо ощущается. Что там? Кто-то идет. Да? Вы меня закрутили, звери. Пойдемте лучше в другую сторону. А то сейчас Рекс будет гавкать на всю деревню, на все село. Вон, смотри, котейка остался сидеть. Спокойно, мирно, ни на кого не гавкает. Не возмущается ни по какому поводу, да, Черныш? Ты хороший, ты выспался, да, Черныш? Смотри, Ёрик там вон стоит, нюхает воздух. Ты воздух не нюхаешь, не? Ага, скажи, сейчас буду на чужака гавкать. Ох, сейчас буду гавкать, так что пошли. Черныш, пойдем. Уводи Ёрика от греха подальше, как говорится. От шума подальше. То Ёрик сейчас начнет показывать всем, что он Рекс. Люди так умиляются, когда зовешь Рекс, Рекс, и тут такой маленький Ёрик приходит. Кот, я вообще с тобой разговариваю. А ты там сидишь, остался. Понятно. Рекс, он с нами не идет. Придется нам продолжать нашу прогулку теперь с тобой в одиночестве. Котейка нас, наверное, подождет, когда мы вернемся. Он ожидает от нас какие-нибудь вкусняшки. Потому что на дубе вкусняшки не растут. Они только в тарелке водятся. О, идет, идет, идет. Правильно. Лучше вернуться в нашу компанию. У нас компания очень веселая. Он, Рекс, так смеется, так смеется. Что у него только получается сказать гав. Кот, 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 чем он пахнет? А? Чем? Едой вкусной? Которую тебе не дали съесть. Ну пошли, пошли. Хватит возмущаться. Все, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Кота тоже надо кормить. Не только ж Юрика рыжемордого, но еще этого пушистика черного. Кстати, Черныш по сравнению с прошлым годом очень даже поправился. Те, кто видели его прошлым летом, худенького, да, могут сравнить. Сейчас он такой уж добротный стал. На рыбке, скажи, на угощениях поправился. Да, это поводок, который ведет к собаке. Пойдешь вдоль поводка, найдешь Ёрика. Так что давай, иди дальше, и ты найдешь Ёрика. Ёрик уже нервничает. Так, обстановка накаляется. Сейчас будет гав. Или не будет? Не будет? Ну, так и будем сидеть. Смотри, Рекс, теперь Черныш управляет твоим поводком. Куда он его потянет, туда ты и должен будешь идти. Как тебе такая перспектива развития событий? Нервничаешь? Ну, я бы тоже на твоем месте нервничала. Слушайте, ну долго мы будем так с вами стоять, сидеть, смотреть друг на друга? Может, пойдем по дорожке походим, звери? Пойдем по дорожке походим, пойдем. Вон по этой, да. Рекс, давай, веди меня в твою страну оленью.
проведаем наши поля, луга, посмотрим, может, там что-нибудь интересное найдем. Да, там машина, машина большая поехала. Ух, и машины. Черныш, иди с нами. Не бросай нас. Что-то у нас происходит. Поле. Что еще сказать? Пока еще не подисковали. Вот это все просто лежит после уборки кукурузы. Но Рексику нравится такой вид. Вообще он эту дорожку любит, я уже говорила не раз. Черныш остался сторожить свой дуб. Интересно, пойдет ли он за нами? Рекс, делай ставки, пойдет кот за нами или не пойдет? Ну, вообще он такой уж любит нас преследовать. Просто за компанию. С кем еще ему общаться? Как не с нами? Ну, тут есть, конечно, еще собаки соседские, но общаться с ними я ему не советую. Потому что Рекс у нас добрый пес. Да, я про тебя говорю. А вот остальные собаки могут еще и укусить. Или еще чего сделать. Да, Рексик? Как вообще ты относишься к соседским собакам? Ой, идет, идет, идет. Я же говорю. Все. Рекс, ты говорил, что пойдет или не пойдет? Мчится. Давай встречать кота. Так, хватит там заниматься всяким поиском всякого несъедобного. Ты смотри, кот идет. Где? Где кот? Где кот? Найди кота. Я уже нашла. Смотри, кто это, кто это, кто это? Кто это идет? Рекс, ты не туда смотришь. Я не поняла, Рекс. Это собака или нет? Кот остановился, теперь сидит в недоумении, смотрит, как какой-то собака пополз на поле кукурузы искать кукурузу. Выходи оттуда. Все, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Видишь, ты даже привязанный на поводке, умудряешься найти на свою морду какую-нибудь несъедобность, неполезность. А вот что будет, если тебя отвязать? Вообще об этом даже страшно подумать и сказать даже стыдно. Ой, машина, кот. Так, короче, все. На этом наш репортаж заканчивается. То, что останется за кадром, то останется за кадром. Кот, пошли Ксюшу встречать. Ксюшка приехала. Ой, сейчас будет радости. Самое главное, миска будет полная вот этого чернопузика. Бежит, 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 бежит. Давай, 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 давай. Сейчас обгонит, сейчас догонит. Обгонит, догонит. Ух, ух, ух. Все, 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 отпускай. Ой, сейчас упаду. Ух. Кот. А кот так вальяжно идет. Мяу-мяу, догоняй, мистер. Да. В общем, все в сборе, все счастливы. Вот такое 22 марта. Всем, друзья, добра и хорошего дня. И до новых встреч. Гав-гав. Пока.